Так, погоди. Почему ты еще не подписался на мою группу ВКонтакте? Ведь там ты можешь найти много всего интересного. Например, расписание выхода роликов и новости, связанные с каналом, и не только. Ссылка в описании. И всем привет, дорогие друзья, с вами, как всегда, Рирзер Альф, и мы продолжаем наше суровейшее выживание в Расте, ребятки. Нашли какой-то имбовый сервак? Да, какой-то сервак, в общем. Здрасте, ребятишки, да. Раст, все дела. Чё кого? Чё будем делать? Да, вообще, ребят, настолько имбовый, то, что вот мы сейчас начинали, пока Рирз подключался, я уже из металла небольшой домик замутил, но потом мы друг друга убили. Блин, это такая рожа, ты похож на мексиканского садовника. Так я мексиканец. А у меня какая рожа? Ну-ка, надо посмотреть. Негритёнка. А, с одинаковой рожей. Ну, конечно, здесь одинаковые скины-то на персонажей. Чё, я думаю, давай пойдем по бырику, надобудем нам железо, да? Вот смотрите, мы здесь нашли какой-то домик уже обустроенный и решили его забрать себе. Да, пойдем, Ральф, пойдем. Так, сейчас я подожди, переставлю только все себе поудобнее здесь немного. Давай. Все, переставил, пойдем. Блин, а давай-ка, знаешь, у тебя есть дерево? У меня нет откуда дерева. Откуда у меня дерево? Тут же киты есть какие-то. Да, давай посмотрим, какие киты. /кит. Я бы просто сразу спальник поставил и засейвился бы дома. Давай, вот ресурсы. Ресурсы есть, да. Кит. Какой кит длинный-то? Да. Ресурсес. Кит ридент. А, цес, блин. Нормально дали так ресурсов. 300 металла даже, высокое качество. МВК. Кит ганс. Цес. Кит ремейндед. Все, гуд. Тоже реса заюзал. Все, да, норм. Пестик дали? Да. Гуд. Короче, мы теперь можем, в принципе, в камень уже замутить этот дом весь. Давай сразу переоборудуем. Смотри. Ау. Когда целишься, я не вижу половины курсора. Да? Какая хрень получается вообще просто. Что-то намудрил опять с настройками, ребята, ладно. Пофигу. Думаю, не критично. Играл. Так, ну чё, давай я тогда второй этаж обустрою в камень. Ты первый. Только нужно сначала закрафтить себе этот. Да, давай. Орудие. О, нифига себе, самодельный дробовик. Я уже могу сделать, прикинь. Круто. Самодельный пистолет. Ну, из ресурсов, которые нам дали сейчас. Круто. А оно тебе надо? А нет пока. Поэтому я делаю пока только, ребятки, кияночку. Сразу на нее переключаюсь и все. Я даже не знаю, нужно ли нам... Погоди. А я не могу. Чего не можешь? Я не могу переделать этот дом. О, понятно. Строим новый тогда. Да. Где выход-то из этого лабиринта смерти? Все, ладно, погнали тогда искать. Блин, еще прокоцался. Во, погнали, нормально пистолет отображается теперь. Угу. Видишь, какой пестик? Да, я такой знаю. Видел. Ну за что ты, а? Стрелок, сейчас набегут же на нас эти. Пистонами просто стреляют. Знаете, в детстве такие были пистончики маленькие. Да. На камушек и молоточком по нему. Главное, что громко. Че не берет-то, а? Возьми. Че почему там? Железная руда лежит, взять не могу. Где, я не вижу. Дай-ка кирочка попробуем. Не, тоже. Жму на Е, взять не могу. Блин, баб. Угу. Сейчас, походу, будет дисконнект. Да ладно. Угу, потому что ты у меня стоишь вообще в километре этой железной руды. Да, я ничего взять не могу, скорее всего, у нас ребятки отлагало, да? Угу, кто-то взял. Все, отлично. Значит, уже, наверное, подотпустило. Все, тогда погнали дальше. Грибы какие-то растут. Так, сервак похвалили, теперь немного посрем его. Если такое будет дальше продолжаться, то, конечно же, мы здесь играть не будем, ребята. Это такая пробная серия. Просто мы в поисках выбираем себе сервак, на котором будем основательно сидеть уже играть. Вот да, это. Да. Нам хочется уже найти какой-нибудь такой забавный, хороший, удобный и чтобы не лагал, ребят. Угу. Если есть предложение, пишите. Рассмотрим. Конечно. Пишите, рассмотрим. 150 рублей. Не, ну ценник-то мог и не озвучивать пока что. Да ладно. Рассмотрим ваше предложение. Так, что у нас здесь? У нас здесь домишко чей-то зарыженный. Угу. Кстати, попить здесь можно. Надо попить. Раз можно, надо попить. Давай, попьем. Давай, сейчас мы тут все... А, занято? Блин, занято. А как пить-то?
На Е, зажимаешь Е, потом выбираешь пить. Да, она не зажимается. Да? Да. Лол. Странно. Может опять багануло? Да нет, ты бегаешь, все нормально. Ладно, на. Топку, короче, пойдем уже, добудем ресурсов, построим себе хотенку какую-нибудь. Сейчас, да, о, вижу этот, редтаун, ну или не редтаун, как вот там называется, и две жилки, нормально, все, забиваем. Где? Ресурсы. Да это просто база, это базу построил. Не-не-не, вон, впереди, у тебя не отображается, там две эти, как его, Блин, как тебе? Ну, короче, там что-то есть. Ну, я понял тебя, окей. Может, хера себе здесь руды добывается. Тебе помогу. Как же медленно он рубит этой киркой. Мне тоже что-то вот прям напрягает, ребятки. Очень-очень-очень медленно. Главное, друг другу не засадить по башке. Короче. Тихо. Все нормально, я увернулся. Шахтер уровня 2. О, а я уже до 4-го прокачался шахтером. Нифига ты, парень-то, задрот оказывается. Да ты чё, я тут сидел всю ночь, качался на этом сервере. Не вылезал. А вы мне пишете, Ральф, играй. Вот играю. Не в ту играешь. А, ну да. А там никто не говорил, во что играть. Там писали, Ральф, играй. Так что, ты знаешь. Блин, прикольно, давно после обнова, после этой камушки теперь валяются на земле, не надо рубить. Просто подошел, собрал. Оп. Обалденно. Согласен с тобой, мне тоже очень понравилось. Стреляют! Где? Ты стреляешь? Да блин. Что ты мне рассказываешь? Ты опытный игрок-то стал, я смотрю. Сказочник, да? Я ж слышу. Палево! Уши-то есть у меня. Не обманывай теперь тебе. Ты собирай ресурсы. Там вот животное было, нам животных было поубивать, потому что с них животный жир можно сделать, ну или какое-то там простейшее, короче, топливо, которое нужно на печке. Нифига ты знаток какой уже игры-то стал. Ты чего, я тут посидел, поиграл, пока тут настраивал, короче, животных проубил. Да ладно. Смотри, тут какая база. Да, я вижу, вообще застроились. Нам тоже такое нужно строить. Только нам нужно сначала чертежи, если я правильно понимаю. Ой, там снизу смотри. Ресурсы, может, чьи есть. Давай интересно, посмотрим. Можно вот так вот залутать? Нет, так, наверное, залутать не получится. Да, кто такой? Тут рыданули. Рыданули уже его, скорее всего. Тут смотри, тут вообще негде построиться. Тут все занято, блин, ё-моё. Да это мы просто в таком месте, карта-то большая. Отображается карта? Да. А где мы? Где мы там? Отображаемся. Где мы? Беги. Мне вот это вот ничего не даст, что вот мне тут карту показали. Ну, это уже, да, знаешь, для супер-профи игроков, да, которые разбираются в местности. Если учесть, что она на каждом серваке разная карта, рандомно сгенерированная, то это очень будет сложно сориентироваться даже. Она генерируется? Ну, вроде как, да. У, нифига себе, я думал просто это как гайды такие, знаешь, ставятся просто и все. Гайды? Ну, не гайды, а дополнения, моды какие-то ставятся и... Да ладно, чё бочка какая-то вялая, ничего не выпало, блин, вот трэш. Рассчитывал. Давай, помогу тебе. Давай, нам нужно больше ресурсов, хотя у нас уже, знаешь, ресов на железный дом, по крайней мере, первый-то. А может быть мы найдем свой дом, который построили здесь? Слушай, ну, все возможно. Это было в горах. Но в каких горах? Хрен его знает. Может быть, вот в этих? Не должно, чтобы далеко нас откинуть было после смерти. Решили мы, значит, пострелять друг друга немножко. Дострелялись. И друг друга убили. Животное, руби его. Стреляй, стреляй, он убегает. Стой. Это ж олень. Отлично. Ай! На тебе, пулька. Да, ты хитрый. Надо догонять, животный жир нам очень нужен. Нифига он утопил. У меня прицел пропал, прикинь. Да, вот бывает такое. У меня тоже был баг в предыдущий раз, когда я запустил эту игру. Да, все, его мы, скорее всего, уже не догоним. А вот там может в гору сейчас играться. Погнали за ним. Может быть. Пошли. Блин, мне бесит это обилие рекламы на экране. Это просто пипец просто какой-то. Можно, ну, интересно, это отключить? А я не знаю, я как-то на это просто не обращаю внимания. Вон, справа, слева, по-моему. Где-то там вот за горой был. Вижу его. Видишь? Ой, голова, вижу. Ать, хорош, все. Чпокнули. Ты другого, что ли, олень? Какого-то бьёшь? Наверное, я уже какой-то зарубил. Ну, точнее, разделываю. А я вот какого-то здесь лупачу. Ну, это хорошо, потому что нам это топливо нужно до хрена там. 60 топлива, по-моему, на одно. А, вот, вижу тебя. Олень, добрый день. Что-то он какой-то вообще быстрый. Какой-то быстрый, пипец.
Ой, нифига, он туда за горы куда-то убежал. Сейчас найдем. Надо ловить его, надо ловить. Где он? Ну вот исчез, он куда-то телепортировался. Да ладно. Лови, козла. А вот он, блин, стоит. Все, че, забил. Закончился он. Все, отлично. Разделаю тушку. Там все. Блин, надо, короче, мы, в принципе, уже лесов-то набрали. Давай уже, я думаю, на горе где-нибудь построимся, как ты думаешь? Да, вообще пофигу. Понял, понял. Все равно думаешь за рейдит, да? Конечно, за рейдит. Ну, окей. Может, тогда пещеру какую-нибудь занять? Так, а ты знаешь, где здесь пещера? На карте же написано, ты что? А, ты знаешь, где мы на карте? А, ну координаты же говорят. А, точнее, координатам. XZ. Да. Только тут как-то, смотри, странно. Тут А, Б, С. Жопа, дерьмо. Ну, здесь плюсик какой-то есть. Но плюсик показывает то, что мы нифига не на суше. Вообще не там. В море. Понятно, короче, глючный мод какой-то, видимо. На карту, ну, да. На ладно, не будем обращать на это внимание. А ты вот где вот есть, а? Где я? Ну. Я в гору пошел. Точно? Вот, я, по-моему, слышал тебя. Это нет, это я себя слышал. Ну, давай вот сейчас на... Строительство на айсбергах запрещено. Прикинь, здесь даже на айсбергах можно жить. Нифига себе. Это кто-то написал или ты где-то хочешь построиться? А вон там написано было сейчас, что строительство на айсбергах запрещено, пацан. Даже не думай. Куда поставь? Я же вижу. Ну-ка, убери. Понял, понял. А я тебя найти не могу. А, это вечная проблема у нас в этой игре. Ой, я вижу тебя. Да? Это хорошо. А, это собака. Слышу тебя. Стреляешь уже меня. Не, убить? Не. Слышу, где ты? Слева. А вот это где. Все, давай, я предлагаю вот там вот наверху где-нибудь застроиться, как ты думаешь? Так там холодно. Мы сейчас сдохнем там нахрен. Так мы поставим печки, да и все. Какой холодно. А мы как там будем там жить? Это костры. Какая разница? Ничего, мы будем костры переставлять каждый раз, пока шаг в сторону делаешь. Не, да ладно тебе, я столько раз уже там бегал, что ты меня лечишь? Там ну, пойдем. Выживем. На самом верху, да, ты хочешь? Не, не на самом верху. Вот видишь, где дерево торчит? Вот давай где-нибудь тут. Да это палевно, смотри, отсюда будет видно эту базу. Ну, это где-то шкерится. Может, хотя вон дом, видишь, чей-то? Где? Вон внизу. Угу. Как раз вот в этой ложбинке. Там крыша соломенная, смотри. Пойдем зарейдим тогда. Ай, не попал. Она, в принципе, с лука должна сломаться. Да, должна. Там, да там нет другой крыши, можно. Можно не заморачиваться. Вот и все. А, там, да. Там уже кто-то уже заюзал. Интересно. Понятно. Здесь смотри, как ящик классно поставили. Чуваки. Я вижу, да. Я в предыдущей части, когда играл, тоже так поставил, только печку. Ну, можешь подсадить меня? Здесь, я помню, как-то можно подсаживаться. Там ничего нет. Ты отсюда не выберешься просто потом. А, точняк. Вынести это будет тяжело камешком. Ладно, а вот еще чей-то дом. Этот чудесный мир. Вот там впереди Red Town. Погнали в Red Town посмотрим. Погнали? Я за. Да. Ты оружие бы себе прописал лучше. Коноплю собирать. Или ты не хочешь оружие прописывать? Ну давай попробую. Кит. Ган, да? Угу. Кит ган. Не, нифига не кит ган. Кит ган. Ганс. Вот, видишь, ошибочка. Слышь? Кит. Гунс. Все, отлично, замутил я себе пушку. Где она? Хотя я, наверное, ее мог просто скрафтить. Ну, по идее, ты мог, но потом. А так прям на старте тебе хлоп и пуканчик. Да, пуканчик. Ой, смотри, печечка чей-то. Это ты? Ох, ты стенку какую-то нашел. Высокая каменная. Внешняя каменная стена. Вот это. А, понял. Вообще классненько. Я печку нашел. Можно потопить бесплатно. Погоди, там волчара. Давай, идем. А, вот он. Давай его с лука. О, у меня прицел пропал. У меня появился. О, в башню. Бежит шавка. О, иди нафиг. Нифига ты, посмотри, какая мощная-то собака. Может, стрелы надо собрать? Костерок куда-то поставить. Да нахер мы стрелы эти можем... Тихо. Че? Друг друга же зарубим. Нафиг. Так, сейчас, погоди. А, дай-ка я сделаю костерок, да пожрать что-нибудь сделаю, а то у меня хп-пушка. А, я ж могу заюзать просто эти.
Оп. Хорош. Давай вообще еще хорош. Один. Че, еще один не могу заездить? Ну ладно, не буду. Блин, куда идем-то? Давай место найдем. ВРТ-то где? Вот там сзади, куда ты побежал? Вон там, впереди. Вот туда, куда я сейчас целюсь. Целься куда хочешь. Вот просто за рекой. Туда. За рекой? За рекой. Да это просто провода торчат. Да какой за проводами, короче? За глазастый какой парень-то, оказывается. Ты не видишь там? Нет. Я не прорисовывался еще? Не, я ограничен возможностями. Прорисовки? Прорисовки. Прорисовки. Почти все по-русски. Что ты издеваешься надо мной? Блин, интересно, мы в этой части дом хотя бы построим, нет? Да нахер кому нужен дом? Все хотят рейдов. Так нужно, чтобы рейд-то сделать, нам нужны... Ну хотя да, я согласен. Ладно, погнали, чертежи. Мы уже один дом зарейдили, все хорошо. Да, кстати, ребятки. Это самый эпичный рейд, по-моему, за всю мою жизнь был. Никого в живых не оставили. Просто бесы усилились. Поубивали всех. Че, ты идешь, нет? Ну, я добываю ресурсы, между прочим. Да какие ресурсы пошли за чертежами? Нафиг они нужны. Рейды давай. Чертежи нужны, чтобы рейды давать. Хочу больше рейдов. А то представляешь, завтра вайб будет. О боже. Че делать будем? Ну, чертежи тоже удалятся. Ну, я и говорю. А так мы сейчас чертежи получим и сразу рейд устроим. А прикинь, сразу выпадет С4. Сразу пойдем убивать всех. О, вижу оленя. Я думал, С4 уже видишь. Блин, тут такой дом в камнях прикольный. Может, так же построимся? Может быть, я просто не знаю, где ты. А я не знаю, где ты. Я уже перебежал речку. Да? А надо было перебегать ее? Конечно, ты куда пошел? Я по берегу, да. Ну по берегу, да, вот все, я тебя вижу, видишь меня? Нет, я прыгаю рядом с этой сушкой. Так, вот там вот бочка какая-то надо. Не вижу тебя. А? Не вижу. Блин, да я ушел уже, вот. Да какой не вижу, что ты трендишь? Побомбить решил меня? Чтобы меня побомбило, точнее? Да. Где там пестик? Ковбойская дуэль. Какая ковбойская дуэль, чертежи. Где РТ, твою мать? Ой, какой-то черепок. А? Ты говорил, что здесь РТ есть. Где она? Да дальше за горой. Ну, да пойдем. Чего ты на меня наезжаешь-то? Не, ну че. О, чертеж большой печки, прикинь. Вот изучи. Это поворот событий. Вот это хорошо, да? Вот это я понимаю, поиграть. У меня 5000 фрагментов металла. Ну охренеть, все. Мы можем не идти на РТ. У нас все есть. Но нам больше ничего не надо. Да хорош меня целиться, а. Я проверяю, ты не ты. Я. Так мы сейчас не в ту сторону, надо левее брать. Или в ту. Не, ну короче, я не знаю, ты же здесь глазастый. На гор. С оголенный глаз. Справа тарелки есть. Так что я вижу даже два РТ. Как они такое вот меня поражают, вот, фильм «Мстители», да? Как они такое допустили, что у них в одной команде «Соколиный глаз» и «Сокол»? Я не знаю, я не помню просто такого момента. «Соколиный глаз» это... Ну это лучник, а «Сокол» это который с этим, с пистолетами и с крыльями. А, да, все. Че это такое было? Где? А, нифига, в кустах, аккуратней. Ух, колючка. Ну, ща, погоди, дай-ка я зажрусь. О, текстур так до сих пор и нету, да? Я-то думал, может, добавили уже. Че, я костер, что ли, здесь? Какого хрена я костер поставить здесь не могу? Прикинь? Тут строительство запрещено же вроде. А, понял. Ладно, я пошел лутаться. Давай, я тоже иду за тобой. Блин, а где бандажи? Были же. Бандажи, что ли, просрал? Че, нашел че? О, аирдроп. Отлично. Еда. Блин, еда нахер нам нужна? Нам нужны чертежи! Срочно. Так-то мы пошли лутаться, и полный инвентарь у нас говнище всякого. Да, ну если что, повыкидываем. О, машина. Все. Поехали. Да. Думаешь, сможем? Конечно. На нем даже текстура есть. Да, вижу. Так, ладно, я пошел, короче, в здание, тогда мы там
как-то были с тобой, находили же чертежи, бочки, все добро. Вышпались, что ли? О, станок. Прекрасно. Я на другое здание пошел. Давай. Да, в станке ни хера нет. О, тоже коробка, слушай. Надо чертежи, куртка. Куртку сразу оденем, наверное, не знаю. Опа. Вот так хорошо. Че-то говнище какой-то. О, чувак какой-то. Они да ладно. Показалось. Фу. Я уже испугался, приготовил ствол. Так, ты пошел в другое здание, да? Я вот эту здоровую хрень полез. Понял, понял. Может, давай Симпсона встречу. За тобой пойду. А, ну точно, ты же говорил, что это. Завод как у в Симпсонах. Ну, тут ни хрена нету вообще. Да ладно, мы же здесь находились с тобой что-то. Да. А где находили? Хрен его знает. Может, на улке где-то? Что-то так медленно спускается с лестницы. Поднимается гораздо быстрее. А ты прыжками. Так лестница это обычная такая, знаешь, как бы по ней лезть надо. А, понял, понял. Но лестницы так-то бывают разные. Черные, белые, красные. Ну всем одинаково хочется, да что-нибудь заморочиться. Да. Че в этом домике есть, что интересное и вкусное? О, коробка. Что-то как-то она, правда, не очень. Что-то мне не везет на лут сегодня, ребята. Вообще не везет. Нормально уже. 43 нашел фрагмента чертежа. Еще что-то тут. О, еще 20. Нихера, надо изучать, короче. Конечно, ну, даже точно же надо изучить. Надо изучить. Нет, не могу. Двух не хватает. О, нашел как раз бандажи, который думал, что просрал. Че это такое? У меня еды просто до задницы. Я не че знаю. Че не жрешь ты ее? Так ее есть нельзя. А, это готовое? Где? Это сырое куриное мясо, че я сдохну от него. Свинина приготовленная, вот у меня есть. Я покушаю немножко. А, у меня тоже есть, нифига себе, я тоже зажрусь. Это, оказывается, приготовлено. Кто же знал, ребятки, то, что это приготовлено? Я сейчас сразу... Ну, может быть, на ней написано? Восстанавливаю себе все. Все сожру нафиг, чтобы место себе освободить в инвентаре. Интересный так, все, погнали. Человек. Кто же, говорит, знал, что она приготовлена? Блин, чертежи, конечно. Говно. А говно! О, шприц, отлично. Шприц хорошо изучили. А, собрать чертеж. Нож! Нахер он нужен? Отлично. Разбил железным топором бочку, чтобы достать оттуда каменный топор. Логично. О, это идеальный, по-моему, размен. Я в каналы полез. Давай, может, что найдешь. О, а я Бобика нашел. Пойду убью. Че, может, из него выпадет... А, это свинья. Че, говорю, Бобик, это свинья. Но попасть не могу по ней. Блин, че ж я такой мазила? Да жесть, пойду ее убью так. Иди спускайся ко мне, тварь. Че ты какой-то гнусный РТ. Скудная, гнусная РТ, ни хрена вообще нет. Один там рядом, топор. Это ты бегаешь? Где? Прыгнул. Вот сейчас. Да, все, понял. А ты где? Я за тебя. Где? Ну ты меня сейчас не видишь, вот, вот. Ох ты какой красный. Я просто тут свинью разделываю на куски. Сало хочу сделать. Так, погнали, короче, тогда знаешь что, если здесь ничего нет, вот прямо куда бежишь, если вот туда бежать, там будет эти, тарелки. Куда прямо? Ну вот, куда бежал. А ты откуда знаешь, что там тарелки? Ну потому что я их видел, вот я их сейчас вижу. Какой глазастый человек-то. А вот здесь были в этом доме? Нет, по-моему, не были. Давай зайдем. Посмотреть. Что-то угля здесь. А работников нет, опять бухаются. А, да ты че, это ж постапокалипсис. Какие работники? Мог ты думаешь, есть шанс? Мог бы и подыграть. Есть. На жопе шерсть. Как говорится. Ну ты там прыгай. Угу, куртан. А я как белый человек. Давай, давай, белый человек. С черным цветом лица. Ну да, немного черный, но что? Колпак? О, арбалет. Сучить. А, яблоко выпало. Ну нажми, съесть яблоко. Арбалет хорошо. Че, есть тут еще что? Или все выбили? Вроде все, но там выше еще должно быть.
Блин, полуразломанный арбалет какой-то. А, еще выше. Капец, он так долго заряжается. Арбалетушка? Вообще, какой в нем прикол вообще, в этом арбалете? С ним так долго не заряжается. Знаю. Мне нравится лук. Че, пусто? Угу. Ну погнали тогда. А вон бочка резала, смотри. Где, внизу что ли? Ну. Жесть. Быстро, не быстро. Ну, аккуратно. Штаны нашел. Ты сейчас можешь подохнуть, ты бандажи-то заюзай. У тебя есть десяточка. О, взрывчатое вещество изучил, которое нужно для крафта C4. Да, это я в курсе. Это хорошо, это просто. Это вообще шикарно, хотел сказать. Я так и сказал, в принципе. Ну погнали на этот, на другой РТ, посмотрим, что там. Я думаю, мы как раз сможем уже... C4 надо найти, потому что домов здесь много. Надо, короче, кого-нибудь рейдануть по бырику. Да, ну там нужно еще порох же на C4. Там накрафтим. Заморочек. О, чей-то этот спальный мешок. Ломай, круши. О, вижу, тарелки прорисовываются. Будет мой. Все. Наверное, все. Ты смотри, просто тут целое поселение. А, ну ладно. Смотри, тут целое поселение. Нифига ты, посмотри, сколько здесь домов. Fallout какой-то прям. Ну, сколько людей здесь заселилось. Охренеть, нам сюда нужно 100% все 4 заходить. А они все разрежены. Блин, а печалька. Тебя не смущает, что он из дома торчит станок? Ну что поделать. Кстати, можно его тогда себе забрать. Дом? Да. Мы уже пытались забрать дом, у нас ничего не получилось. Тоже верно. Но я попытать счастье решил зайти. Но я думаю, то, что здесь а броня, вот пещера, оружие, рейд. Вон, видишь, здесь постройка стоит. В пещере прям. Нет, я зашел в дом просто. Решил посмотреть по ящикам. Интересно же. Где пещера? А, вижу, да. Ты вот в доме в пещере? Пещера лоховские, если честно. Ой, здорово, пацан. Здорово. Тебя прям, знаешь, надо Кузьмой назвать. В этой куртке прям реально Кузьма такой. Нам в ту сторону. Кузьмич, куда погнали. Ты? Я зарейдить кого-нибудь хочу. Желание у меня такое. Сильное. Вот Кузьмичу лишь бы зарейдить. Ну, а это что за курица? Курица, это пьется. Это грибы. Это пьется, а не курица. Пьется? Да. Шутки за 300 сегодня. Да. От Кузьмича. Это у нас стандартненько. Так. Нифига, здесь реально просто Fallout какой-то. Ну, пятый. Ты посмотри, здесь целая поселение. Здесь три жилки, короче, есть, отлично. Надо их... И две бочки пока вижу. Все бочки, просто если взорвали. В щи. А, у меня нет стрел? Да, я вижу бочку. Я тоже вижу бочку. Я даже три вижу бочки. Где ты видишь три бочки? Я даже еще три, четыре еще вижу. Нифига ты какой глазастый. Расхерачил, да? Издалека. Угу. Зато стрелу нашел. О, хорошо. Это твоя. Обувь из мешковины. В жопу это дерьмо. Какая это? Ну, который ты пульнул, скорее всего, ее и нашел, я думаю. Ну да. Так, логично, в принципе-то. О, чертеж изучить, металлическая какая-то херня. А, собрать чертеж, перчатки. Зачем они мне нужны? Ай, зачем выбросил? А чем подними обратно? Чертежи выбросил, вот дурак. Так, надо нам что-нибудь прикормить. Тарелкам идти уже надо. Да. Потихонечку. Сейчас, дай-ка я скрафчу себе стрел, а то я все завезу, штучек 100. А то я вот люблю тратить. У меня всего 7 стрел, ох, я парень-то. Да, они здесь моментально крафтятся. Вруби просто крафт и беги дальше. Ну, у меня уже полтос накрафтился. Ну, я все-то не хочу просто делать. Еду нашел. 50 фрагментов, прикинь. О, это очень хорошо. Изучай. Я тоже еду нашел.
И воду, и еду. Воду? Да, воду нашел. Все съел, все выпил, все выкинул. Кто ты там? А, это опять грибы. Ну-ка, прыгни разок. А, да, это ты краснокуртковый. Да, я такой. Клевую куртку, да, нашел? Вообще. Вообще, мне самому нравится. Приоделся так. Че ты там кинул? Выкинул. А, и там пустая бутылка. Можно нам в зиме теперь жить. Ну, тебе. А, ну да. Все тепло. Блин, что-то как-то здесь пустынно, не? Я что-то ни одну бочку не вижу. Постапокалипсис же. А. Ну да. Пойду наверх, на одну тарелочку зайду. Посмотрим, что, может, что найду. Давай, я прикрою. О, вижу бочку. От кого? Увижте. От свинолюдей. А, от свинолюдей? О, я тоже вижу бочку одну. И два тут есть что-то. Два. О, стеллажи изучил. Соберу еще один чертеж. Табличка. Нафиг она нужна. Надо, короче, изучить, я говорю. Выкинуть какое-нибудь дерьмо, которое мне не надо. Вот это вот. Нафиг оно надо мне выбросить. Картину нашел какую-то. Выбросить. Ой. Блин, у меня еды, короче, у грибы выбросить. О, съесть. Съел случайно. Интересно, не сдохну. Надеюсь, что нет. Че еще там есть? Я пока не знаю, выбрасываю всякое ГГ. Кто заполоняет, вот выбросить киянку, нафиг она мне сейчас нужна. Они заполонили планету. Так, все, почистился. Лезу выше. Еще больше. Смотрю. Выше. А выше ни хрена нет. Все, я спускаюсь. Блин, мне не нравится, что арбалет нужно каждый раз, наверное, нажимать, чтобы призарядить. А, да, это минус, конечно, согласен с тобой. А, упал! Все нормально. Живу. НП Shield 666 убил лошадь с калаша на расстоянии 44 метра. Это оказывается, когда убивают, или ты убиваешь кого-нибудь, то пишется. Обидно. Что-то там тоже ничего не было, да? И на первой, и на второй. Но я только на одну лазил. Там же две их. Ну, я что-то как-то только на одну залез. Ты на какую лазил? А хрен его знает, ближайшая, которая была. Блин. Там, на которую я лазил, были эти. Ресы мои сейчас остались. Ненужные. Понятно, никуда я не полезу, короче. Почему? А потому что. В лень, да? В лень. Не хочу. Понял. Че, давай, в принципе, у нас ресы-то дофига, печки мы можем сейчас понаставить маленькие хотя бы, то он давай строится. Давай. Только давай, я не знаю, давай, где. Давай. А вон опять, смотри, гора. Это ты стреляешь? Да. Фух. О, бочка прям передо мной резнулась, прикинь. Обалдеть. Прям не ожидал. О, топор мне тут ненужный. Собрать чертеж. Че изучить? Вертикальная меч. Бойня. Изучим меч. О, видишь? Че? Пещера. А вот теперь Сверху? Отображается, где мы. Че, на мэпе? Да, вот мы как раз возле пещеры сейчас показываем. Мы сам внизу карты. У меня что-то не А, все, ну значит плюсик показывает, где мы. Просто да. Когда мы были с тобой до этого, он почему-то показывал нам то, что мы на воде. В воде. Да. Так, в принципе, все. Мы на тарелках, да, все верно. Можно пойти куда мы, откуда мы пришли? С воды. О, тут смотри, какой прекраснейший вид впереди. И нет никого, никто не строится там. Что ты делаешь? Кто это такой? Фундамент здесь. Ты что-то построил уже? Ну ты смотри, какой фундамент здесь. Деревянный. Так я слышу тебя, а видеть не вижу. А ты с той стороны, что ли, зашел? Ну я пытаюсь посмотреть, может где-нибудь пробить можно. Ну-ка, так, если мы будем кирками херачить. Поскольку мы будем дамажить. Понятно. Ну с дерева по одному. Два. Давай попробуем. Че, пин-код ввести? Эх. Не уверен. Так что у нас это получится. Слышь, Семен, я спать. Хрен такие борзые пацаны в чате. Видимо, тоже там в такой же куртке мужик. Ну, дерзкий. Семеныч. Так.
Давай, короче, все, хорош языками трещать, давай строиться. Да где? Ну тут смотри, сколько баз рядом. Мы построимся, нам на сзади же вынесут. Да, все возможно. Надо куда-нибудь шкирануться. Блин, а где крафтится эта херь? Как ее называют-то? План постройки. А у меня есть план постройки. Давайте отдам. Давай. Где ты? Внизу, что ли, уже? И где ты? А, ты там долго, что ли? Я сварил тебе котлеты. И сожрал их всех сам. По горам прыгаю. Прыгаю, бегаю, как... Как, короче, я прыгаю. Да не стесняйся, подходи к воротам. Бью, иду. Держи такой с киркой, мужик, в пыльке. Шо, говорит, пацаны, держи план постройки, куда убег ты? А, давай, где ты? Давай, бросай. Он катается. Где? В Караганде. Вижу. Не надо меня бежать. Куда, вместо чего? Вместо этого. А это нафиг, выброшу бумагу. Сразу песня «Глюкоза» вспомнилась. Какая? Ну, я буду, говорит, вместо нее. Твоя невеста, честно? Честная ее. Честная ее. О, здесь очень жарко, прикинь. А, да, у меня тоже. Ну, тебе-то еще жарче, ты в куртке, блин. Здесь сколько градусов? 46. А у меня 40. А, разница небольшая. Ощущения остаются. Сейчас будет водичка, видимо, тратиться, да, постоянно? А я не знаю, ты знаешь, вот до 1000 доходишь с водой, и куда она тратится? Тебе хватает на 1 000 000 лет этого. Да хз, вообще зачем здесь показатели воды еды нужны, на самом деле? Ну, может быть, в самом начале, да, или там на официалках, они как бы как-то расходуются. Может, да. Но на таких фановых сервах, то, ну, это бред, если они будут расходоваться. Ну, то есть, ты можешь умереть только от руки какого-то чувака, а не от Жажды Голда. Нет, говорю, ребят, имбовые сервера. Ты где? Слушай, я слева где-то. Да, вот там прыгаешь. Надо, короче, все выбрать уже место, потому что мы сервер-то вот, идем. Три, да, место выбрать. Вот видишь, вот это место в камнях все, место. Да. Давай здесь, короче, строится, похер. Давай. Где-нибудь поприкольнее найдем сейчас место. Ой, да это было. Ой. Ну, давай тут. Да, уже. Ну, строй, короче, где хочешь. Ну все, давай вот здесь вот наберешь. Давай. Я апгрейдить буду сразу, сейчас кияночку забабахаем. Потому что есть кияночка? Не, я выкинул свое. Ну и я тоже. Блин. А делаю. Где? Ладно, не падать. В чё? В железо? А у тебя есть? Да, в железо давай сразу. Ну подожди, я ж туда хотел построить этот заход. Так строить что-то. Так я не знаю, где смогу его поставить. Вот я не могу здесь его поставить. Можешь вот здесь поставить, какая разница. Здесь, да. Все, поставил. Че ты, как это ты? Как ты? Как Ральф. Нормально. Не обидеть меня. Дверь-то не хочешь сделать? Сейчас сделаю как раз. Блин, такой звук прикольный. Шуруповерт. Что маленький домик-то? Сейчас будет большой. О, понятно. Ты не волновайся. Сейчас все сделаем. Ну, просто столько металла-то нету. У меня же еще металл есть. Да и мы сможем сейчас печку поставить. Мы животных сейчас рубили. Двухэтажный, я думаю, сделаем, больше не будем делать. Да, надо еще посмотреть с той стороны, чтобы там невозможно было пропрыгнуть в него, на крышу. А, блин, а как это? Давай трехэтажный тогда наверняка уже сделаем, чтобы... Ну давай заход тогда где-нибудь вот здесь и будет. На следующий этаж. Камень сделать, ну ладно. Да какая разница. Переделать-то не тяжело. Мы ресурсы просто переделать. Так, нет. Вот так, скорее. Ать... Опа! Во, идеалочка. Ну, давай, проходи. Отстань. Ну, надо же поставить двери. Надо давай расширимся, может, здесь по этот. О, смотри тут чё. Чё? Привет, говорит, пацаны. Я тут с камня к вам пришел. Чё делаем? А мы здесь все сейчас закроем нахер.
пусть ходит. Шипов можно поставить. Какая разница? У нас и верт из металла будет. Подожди, я посмотрю, может шипы могу сделать? Давай. А, я могу сделать шипы. Я волчары ловят. Слышал? Ральф. Волки позорные ловят. Сейчас будет нападение. Я не слышу. Да не будет. Шучу. Ладно, я пока сделаю это. Давай, давай здесь расширимся. Вот здесь, короче, можно пол поставить. Вот так, вот так, вот так, вот так, вот так, вот так, вот так. Ну, крышу в смысле. А, вот сейчас слышал. Ой, что-то не мешается. Оп, осталось. О, все, все закончилось. Давай металл. Все, давай. Где он? Вот, фрагменты. Звуки такие стрёмные, слушай. Ужас. Да, блин. Подвиньтесь, сударь. Работа здесь ведутся. Так у меня тоже. Я стеночки нам делаю. Ой. Хотя я тупанул. Стенки ты обгрейживаешь уже? Не обгрейживай стенки пока. Поздно. Оставшись. Я еще одну из МВК сделал случайно. Блин. Ну ладно, тогда обгрейживай. А что ты хотел сделать? Окна? А я хотел окна, да. Посмотри. А ну давай поставим что-то. Долго что. Все, это я сделаю сейчас. Крышу ты фигачу. По-быстрому. Как перевести все ресурсы называется? Как перевести все ресурсы? Угу. Все. Теперь так, темно здесь, как в жопе. Да, согласен с тобой. Именно поэтому я крафчу... Что? Три костра. Это как два костра, только три костра, да? Да, только на один побольше. Отлично. Все вроде. Так, посветлей. Угу. Че будешь делать-то теперь? Окна тут будешь делать? Да нет. Уже, я думаю, бессмысленно. Как отстреливаться будем от пацанов? Ну, давай тогда сделаем. Блин. Косяк, да? И вообще косяк ты. А чё я-то косяк? Что, мне подсказывает, что я половину сделал из МВК? МВК? А нет. Ну, МВК круче, но нас его мало. Ладно, я пока дверь сделаю. Блин, а как сломать-то теперь? Да ладно, забей, ну и в жопу. Ремув, слышь, ремув. Слэш ремове. Нет? Сделал. Такого. Начался таймер. Что делать дальше? Ну, ломай стенки, которые где ты будешь ставить эти. Ну, просто... Просто вот тыкни по ней. Так я тыкаю. Затыкал уже. Ничего не происходит. Пишет, you have to know right to remove this. Да, пофиг такая. Ну и в жопу. Апгрейдим. Нормально. Сойдет. Без окон, без дверей сидеть здесь. Не нормально. Будем ни от кого отстреливаться. А мы как в бункере просто спрячемся все. Так, здесь что? Здесь немного дерева сейчас. За... Все, я короче сейчас начинаю тогда. Есть жир у тебя? Ну есть. Я на зиму хотел оставить. Ну ладно тебе. Дай пожалуйста. Что надо тебе? Может, да, дверь да. Поставим сначала? Ну так как, дверь нужно металлическую сейчас захерачить. Ну, а жир зачем? Жир нужен, чтобы печки замутить. А зачем? Ай, не я не понимаю тебя. Блин, все, а где ладно, дверь металлическая? Не надо. Сам скрафчу. Так, железная дверь делаю. Кодовый замок. А, металл же есть у тебя. Ну. Во, делай тогда сразу. Делаю. Что-то я тупанул. Поставил. Какой стороной вставить надо, не помнишь? Не, вот этого, к сожалению, не знаю. Это сойдет печка. Так, короче. Штук 8 сразу, собрать 8 печек. Хватит жира. Ставим всю... код. Давай, потом скажешь мне, какой код. Угу. Пока не говори. Так, ну наверху или в середине сделаем этот? Я 4 пятерки поставлю. Давай, потом поменяем. Хорошо. Все. Давай. Где печки тут, как ты думаешь? Да на ставить? Втором этаже, мне кажется. Чтоб сложнее а было их забрать. У нас просто дом такой, нам могут на крышу запрыгнуть просто и все. Ну да. Но я поэтому и говорю, нужно как-то оборонить верх тогда.
Да, здесь смотри, что сделаем. Здесь можно типа комнаты сделать такой. Ну, чтобы заходишь, тут дверь такая будет, да? Сейчас, я пока не вижу, я печки расставляю, секунду. Чтобы вниз не... Чтобы внизом спуститься нужно было пробить, короче, еще дверку. Они просто так, они спустились вниз. А может, люки будем делать? Интересно, могу сделать люк? Да, люки надо делать, согласен с тобой полностью. А если есть у тебя металл, то давай люк его. С лестницей. Есть. Вот, отлично. Давай замутим. О, отлично. Реально можно замутить люк. Давай вот на верхний этаж. Лестницу эту убрать. Да уйди ты. Во, слышь, ремови, да? Че, не получается ремови? Ремови. Ве, да. У меня лично никак не сильно хочет там работать. You have no right to remove this. А, надо авторизоваться вот. Здесь сначала. А, понял. Сейчас сделаем. Сможешь скрафтить тогда этот? И шкафчик. На втором этаже тогда поставим шкафчик. Ну давай, где-нибудь. Замутим. Итак, шкафчик нам нужен, да? Блин, вот для шкафчика это не сделали место. Специальное. У тебя есть дерево? Вот, еще тебе дерево отдать, нифига, ты борзый парень. Ну ладно, как вот мы будем в ту сторону проходить? А, вот здесь как раз и шкаф поставим. Все. Иди, авторизуйся. Эй, Васек. Сейчас. Ты что наделал? А? Что наделал? Печки свои нахрен наставил. Убирай давай. Я выйти. Нормально все. Че тебе они не нравятся? Ты Васек, а? Убирай печки. А зачем ты туда залез? Так поставить эту хрень туда залез. А как ты теперь вылезать-то будешь? Как печки убирай. Печь? А как ее убрать? Не знаю, как-то можно должно быть. Нет. Ладно. Ремови. Васек. Понаставил так. Печек свой, блин. Все, я за это запрограммировался. Все, я убрал нахрен. А, все, гуд. Сейчас я тогда здесь закрою. Да я здесь смотри, что сделаю. Ничего там не делай. Так не, я хочу шкаф наш закрыть. Ты авторизовался? Я не могу его почему-то ремонтить, эту дверь. Уйди, пожалуйста, отсюда. Ушел. You don't have enjoy play for this remove. Может, только ты можешь его ремонтить? Попробуй. Так, а что ты хочешь ремонтить? Вот эту лестницу поставить люк, я уже люк сделал. А, понял. Слэш ремове. Или может на крышу сделать? You don't have enjoy to pay for this remove. Ну ни хрена себе. Ну ты представляешь, да? Представляю. Не могу, не могу. Ладно, remove this. Охрененно, короче. Настроили херню какую-то. А ладно, у нас металлический дом, это самое главное. А ты авторизовался? Да. Давай попробуй еще. Ремови. Да, это you don't have to... Че ты... Что, поставить? Can't afford to place? Че за бред? Че? Я в своем доме ставить ничего не могу. Ты авторизовался? Да, авторизовался я. Дай я попробую еще. Вот он мне пишет, где авторизоваться, где авторизовался. Авторизовался, все. Готово, я в своем доме. Не могу, прикинь, поставить. Ну, может быть, это какое-то место. Я хотел еще одну раму поставить, да, со второй дверью. Угу. Чтобы было по... У меня, кстати, 50 минут уже серия идет, предлагаю завершаться. Мы, в принципе, ну, давай, все сделали уже. Да, что хотели, то и сделали, ребятки. Mm-hmm. Все как надо. Да, ребятишки, всем спасибо, что смотрели. Если вам нравятся выпуски по Расту, то поддержите нас лайками. Мы должны знать, стоит ли дальше вообще нам снимать этого Раста или не стоит его снимать. В общем, пишите свое мнение в комментариях. Стоит. И ставьте лайки, ребятишки. С вами были Ральф и Рирс. Не забывайте подписываться на наши каналы. Вступайте в наши группы ВКонтакте. Все ссылочки есть в описании. Всем счастливо. Всем пока. Да, ребятки, всем спасибо за просмотры, за ваши лайки. Всем удачи и всем пока-пока! У вас есть свой проект, который очень медленно набирает популярность? Тогда я готов вам помочь. Самые низкие цены, высокое качество и большой спектр услуг. Ссылка в описании.